Всем здравствуйте, дорогие. Спустилась сейчас вот с таких вот гор, троп. Это река Аше, аул Калеш. Я была на Дольменах. Это вы уже отдельное видео посмотрите. Я очень хотела запечатлеть закат, но я не вижу, чтобы солнце даже садилось. Какой-то вот туман, дымка. Забралась я. Просто фантастические места. Смотрите, какая река. Энергетика просто зашкаливает. Места силы. Действительно, как одна женщина мне написала, да, на каждом шагу. Вот такие вот здесь вот энергетически мощные места. На Дольменах я мировое древо даже встретила. Ну, похоже, думаю, что будет видео. Сейчас мы возвращаемся вдоль реки Аше. Также хотела именно вечером. Днем тоже солнышко, очень красивая река, а вечером она еще красивее. Ну, то есть по-своему. Видите, какое небо. Сейчас на экшен снимаю. Телефон у меня и садится, и память подзабита. И тут я вспомнила, да, что как раз я же хотела поснимать. Дороги, конечно, тут не самые лучшие. Видите, вот такой вот. Ну, свой колорит. Есть следы от подков, от копыт. Видимо, местные сюда. Тоже тут такая отличная, ну, как сказать, по меркам лошадников. Я раньше лошадьми занималась. То отличное место. Вот такие вот тропки. Конечно, нужно аккуратно, когда мокрые дороги. Что людям с лошадьми, что людям пешком. Была сегодня еще наверное мужчины. Повести, ну, конечно, тут природу зашкаливает. Все эти красоты. Ну, действительно, и легенды, которые по ощущениям, мне кажется, на самом деле еще более фантастически все обстоит дело. Сейчас буквально еще немножко стемнеет, мне еще по этому мостику переходить. У меня есть, конечно, мысли перейти по речке, но не знаю, не знаю. Мостик весь гнилой, подвесной. Я уже по нему шла сюда. Это было еще то удовольствие. Тут вот даже, видите, ниточка. Или это такая ниточка, да? Оставил, чтобы не потеряться. Потеряться тут можно запросто. Кажется, вроде бы тропа. Потом поворачиваюсь, а тропы и нет. Вот тебе вот такой вот лес. Сочи, Лазаревская, аул Калеш. Волшебная природа. Тут, не знаю, видно. Видно, тут разные следы. Хочу сказать, через мост сейчас его не видно. Собачки с легкостью перебегали. Людям более сложно. А вот собачкам как за здрасте. Такие волшебные горы. Очень красивая река, которая просто, смотрите, светится своей красотой. Полянка. Здесь очень приятная полянка. Дальше, конечно, там не такая приятная дорога. Будет просто сказка. Очень интересные места. Всех приглашаю. Путешествия виртуальные и реальные по местам силы. Виртуальные есть программа трансформации. Не могу оторвать глаз от этой реки. Она просто волшебная. Где-то она более мощная, да? Не думайте, что она такая спокойная и тихая. Нет, друзья. Это вот здесь так русло идет. А есть места, где, в общем-то, такого не будет. Не хочется уходить с полянки, а придется. Конечно. Отличное место для каких-то мини-пикничков, да, там, чтобы попить чай. Бутербродик. Ну, у кого-то для больших пикников. Ну, я имею в виду, что такое хорошая полянка, солнечная. Солнечная погода, она вообще просто сказочная. Сейчас будет уже садиться солнышко. Не хочется уходить просто с полянки. Но придется, судя по всему. Здесь очень хороший обзор речки. Хотела вам показать. Ой, как она. А дальше я ухожу в лес. И будет грязюка-прегрязюка. Немножко еще хотелось тут побродить. С
сколько же я сегодня всего волшебного видела. Сочи, Лазаревская. Уникальная, конечно, природа. Так что, дорогие, приезжайте в гости. Смотрите, у нас декабрь. И вот такая ромашка. Всем привет. Сегодня у нас плюс 16 плюс 16 градусов тепла. В горах, конечно, на несколько градусов прохладнее. Здесь где-то, наверное, градусов было 13-12. Ну, вообще 4-5 градусов разница. Но по ощущениям днем даже солнышко так хорошо пригревало. Долина реки Оше, как ее только называют ее. Изумрудные долины по-разному. Ну, то есть много легенд. Я ходила на водопад в Сыдах. Да, вроде бы правильно называю. Также его водопад Невест называют. Это в той стороне, друзья. Сапсук тоже прекрасный водопад, волшебный. Здесь же в этой стороне у нас через вот этот мостик прекрасный. Сейчас его не видно. Будут как раз ущелье ведьм. А вот в той стороне, где я уже сама не поняла, где я была, там будет у нас как раз дольмены. Дольмены и мировое древо, да? Те, кто, так сказать, в теме магической, эзотерической, поймут, что это, да? И кто не в теме, тоже поймут. Древо есть древо, некое место силы, в котором можно как что-то убирать, так и наполняться. Для тех, кто знает, как ходить по лабиринту, это некий лабиринт в виде древа. Слушайте, ну ромашки меня прям вообще тут так умиляют. Хотя у нас и розы цветут, но здесь вот на полянке, да, смотрите, как вот речка, видно, поднималась. Так вот обрыв такой. Так, ну сейчас уже буду немножко в ту сторону двигаться. Хотела вам показать закат, а закат вот такой вот. Я не вижу, чтобы солнышко садилось, не пойму. Видите, как здесь мокро, потому что уже вот речка поднимается, видимо, по-разному может. Смотрите, как здесь. Это не нужно тут приближать или нельзя. Такая вот медитация. Фантастика. Приезжайте в гости, подписывайтесь на канал, записывайтесь на мои трансформационные туры. Напишите, как вам ощущения от этого места волшебного, мистического поистине. Увидимся.